cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и я уже пропалил свой новый дом, да, вот такая вот домина, но обо всем по порядочку. В общем, вы смотрите очередную серию безумных приключений, вот, я уже пытался записать серию, но оказывается, я не включил бандикам, я лошара, я знаю. Я не включил бандикам, я 7 минут говорил в никуда, можно так сказать. Ну, в общем, вот такая вот у меня домина новая будет, то есть я нашел идеальное просто место, я его только немножечко поравнял здесь. Вот, и сделал вот такое вот новое местечко. Также поставил метеоритный щит, поскольку, вот смотрите, вот я даже вам сейчас покажу. Вот я уже тут даже показывал это, еще раз покажу. Вот, вот там вот, вот метеорит бухнулся. То есть вот тут просто было пол вот этой вот горы, ее не было. И я это все восстанавливал. В общем, такая вот домина у меня будет новая. Здесь у меня будет все для Галактик Крафта, то есть здесь будут всякие ракеты там и так далее. Дальше, так, я слышу зомби, вот он зомби, пошел вон. Так, дальше, что еще у меня тут есть новенького такого? Ну, здесь у меня будет, я не знаю что, также я сделал вот тут, также я сделал подвал вот такой вот. Вот, тут я еще немного, ну, не начал его строить. Вот, тут уже расставил сундуки, как у меня это все будет выглядеть. Там, тут у меня будут всякие магические вещи. И здесь у меня будет для Тинкер Констракта все. Так, ну, в общем-то, вот такие вот дела. Вот я тут, у меня сундуки полные всякого дерьма здесь. Вот, также мне одна из одна моя подписчица предложила мне такую идею. Сделать из нового дома склад, а из старого, ну, а старый дом оставить как есть. Я сделаю все наоборот, то есть я из старого дома сделаю склад, а новый я оставлю как он есть. Вот такой вот будет домина. Вот. Также давайте отправимся в новый дом, точнее в старый дом. И я там покажу вам, что я сделал. В общем, у меня закончил работу карьера, опять же, вот. Тут у меня, короче, будут карьеры расположены. Их будет очень много, они будут копать мне ресурсы, добывать. В общем, такие вот дела. Также я расфасовал вещи, то есть оставил пока что 3 сундука. Вот, они полные практически вещей, ну, кроме этого. И также мой карьер нашел вон там вон данж. И вот, вот что он с него добыл. А тут у меня вещи для карьера, для нашего. В общем, давайте отправимся в наш дом. И чем мы сегодня займемся, народ? А, займемся мы тем, что мы сделаем даркрафтовский ключик. Я уже вот приготовился, точнее, как приготовился, я его даже на съемку сделал, этот ключ. Но я его выкинул вот в воду, он где-то там валяется. Вот, так что я лучше скрафчу новый, потому что будет как-то читерски все выглядеть. В общем, у меня уже есть здесь фосджемы, я их крафтил. Также давайте скрафтим, во-первых, шестерню. Она нам пригодится. Так, первая шестерня готова. И вторую шестерню тоже крафтим. Отличненько. Теперь берем эту шестерню, облаживаем ее вот этой вот фигней. Такс, и теперь нам нужно еще один, так, философский камень и вот эти фосджемы, они нам понадобятся. Значит, кладем сюда философский камень и вот так вот выкладываем наши фосджемы и получаем форс айрон. Так, теперь мы выкладываем вот таким вот образом форс айрон и ложим форс GR. И получаем, так сказать, наш ключик. Force Range. Вот такой вот у нас ключик получился. И чтобы его активировать, спросите вы, как он работает. Он не снимает блоки. Вот вы видите. Нужно нажать кнопочку, зажать Shift, нажать кнопочку. What the fuck? Фу. Лол. Я не понял, а чё он не работает? Так, стоп, 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 стоп. Сейчас. У меня, по-моему, тут с управлением проблемы.
Gravity Sphere. Вот, мне нужно поменять, допустим, на... Нет. Вот, пускай будет End. Зажимаем Shift. What the fuck? Вау, лол. А, я вытащил это. Так, стоп, я не понял. А в чем, собственно говоря, проблема? Дарткрафт. Ищем Дарткрафт. Вот он, Дарткрафт. Дарткрафт. Force key. Может, на V нужно нажимать? Вот, да, все. Нажимаем на V английскую. И сюда мы ложим наши Force джемы. И мы заполняем, так сказать, вот это вот всей фигней. И теперь мы можем просто брать вот так, зажимаем Shift и правой кнопкой мыши. И все. И мы сняли наш сундук. Вот он, наш сундук. Мы его можем назад поставить, и у нас все вещи будут здесь. Так мы можем снимать абсолютно любой блок, ну, кроме, конечно, обычных таких. Можем печку снять. Вот. Также, что мы еще можем снять? Дофиг его знает. Тут вот сундук можем снять, спавнеры можем снимать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вот такой вот ключик. И я сразу же хочу, наверное, отправиться в деревню. Гляньте, сколько метеоритов побахало здесь. Я где-то тут видел деревню. Вот она, деревня эта. Во-первых, я хочу забрать все здесь из Tinker Constructor, что есть, если оно здесь есть у нас еще. Так, ух ты, какая шляпка у тебя прикольная. Так, там у нас ничего нету. Где Tinker Construct? Так, здесь опять лунный камень бухнулся. Давайте его соберем. Отлично. Блин, всякого дерьма насобирал. Так, это все дерьмо. А, ясно. Это все дерьмо нам нужно выкинуть, но нам не нужно. Блин, я забыл еще выложить эти Force Iron и Force Gem, ну и философский камень, естественно. Но это я сделаю, я думаю, без съемок. Я там переношу сундуки и дострою нашу домину, так сказать. И что у нас здесь? О, кстати, на правую кнопку мыши мы можем поворачивать наш сундук. Так, вот. Давайте будем забирать сундуки. Так будет проще мне. Так, вот тут, кстати, печка у них есть. Вот такая вот из Таункрафта. Какой-то Таункрафт. Из этого, как его... Блин, из Тинкер Констракта, вот. Так что давайте ее добудем. Вот таким вот образом, нехитрым. Добудем весь камень. Он мне тоже пригодится. И заберем, скоммуниздим, так сказать, у них это все дело. Отлично. Так, что мы еще можем забрать у них? У них мы еще можем... Да все, в принципе, в этой деревне все. То есть давайте отправимся теперь в следующую деревню. Где-то я еще видел деревню. Так. Где-то тут рядышком с моим домом были, по-моему, две деревни, если я не ошибаюсь. Так, значит, тут все нормально. Вот это, вот она, деревня наша. По-моему, мы здесь не были. Давайте я сниму ботинки на прыгучесть. Блин, так я медленно иду. Без этой прыгучести. Здесь у меня стинкер констракта. Давайте это тоже... Ага, это я не могу забрать, значит, да? Ну окей, придется так забирать. Только сундуки и электрические предметы я могу собирать, да? По идее, да. Ладно, за это я приду потом. Сундучок мы... Хотя, в принципе, стойте. Мы можем сделать просто вот так. Хлобыдыдыщ. Теперь мы это все вылаживаем в сундучок. В наш. Так, вот это мы тоже забираем. Вылаживаем все в сундук. И делаем вот так. Хоп. И все. И у нас сундук снят. Дальше, что у нас еще тут есть? Давайте, нет, все-таки я одену свои сапожки. Они мне
Очень нравится. Так. Тут у нас больше вроде бы ничего нету. Спит. У нас, кстати, ночь на дворе уже. Здесь что у нас? Вон я еще, по-моему, вижу из мода. О, стоп. Стопарики. Ну, дневник искателя. Не очень, конечно. Хорошо, но все же заберем этот сундук. Так, а сколько там, кстати, осталось? Да, еще полный. Там еще даже остались эти форс-джемы. Нормально. Нам этого, в принципе, хватит. Так, а ну-ка. О, это тоже мы сейчас заберем. Так, зажимаем. Забираем. Еще можно сделать спаунеры, то есть забрать спаунер скелета, пауков, зомби не надо, и инфритов. И можно сделать офигительную ферму этих всяких там штучек. Значит, давайте поставим здесь где-нибудь сундук. В него мы все вот это переложим. Все. Перелаживаем. Но нам не нужно здесь. Так, это сундуки я все-таки оставлю вот здесь. Они у меня так будут сидеть, лежать. Так. Забираем вот это все рамки. Трафареты или как там они называются. Так, один уже сундук забитый, да? Значит, еще берем один. Проверяем. Так, это тоже забитый. Значит, забираем этот и этот сундуки. Дальше давайте вот эти еще два. Да, вот они. Так, не лагай, Майнкрафт. Забираем все. Да, кстати, еще забыл сказать еще в начале серии. Я уже не сдержался перед Таумкрафтом. Скрафтил таумомнометр, вроде так он называется. И, собственно говоря, начал уже изучать мод Таумкрафт. Вот там поизучал, побегал. Всяких там фишек много изучил. Вот, всяких аспектов. И нашел возле своего дома, возле старого, нашел какую-то фигню, вроде как это... сгусток ауры, вот. Ух ты, забираем. Хорошо, и инвентарь вообще не тратится. Забираем эти, кстати, еще. Они нам тоже пригодятся. Так, мне пришло сообщение. Извините, пожалуйста, на телефон. Так, здесь все спят. Здесь что у нас? Здесь опять тинкерка. Нет, это не опять. Это та же самая кабинка, я в ней уже был. Вот она еще из тинкер-констракта. Кабинка. Можно здесь сундуки А, я уже тут тоже побывал. Ну, в общем-то, все. Мы здесь все позабирали, в принципе. А, ну, в башне, кстати. Башню я не проверял. По-моему, я в башне не был. Нет, в башне тут ничего нету. Я, значит, был в ней. Окей, значит, где еще у нас тут есть деревни? Помню, где-то еще вот тут внизу была деревня. Так, кстати, вот данжу понаходил. Так, давайте сюда отправимся. Мне сейчас нужно именно по деревням полазить, поскольку всякие там из тинкера и так далее, они очень нужны нам будут. Вещички, и так что будет все шикарно. Так, сундуки мы можем вращать. Еще раз. Ух ты, сколько здесь этих тауманомиканов. Вроде так сказал. Что у нас здесь еще есть? Вроде бы больше ничего такого интересного. Так что можно отправляться, я думаю, домой. Наш второй новый дом. И там все мы это дело. Я, наверное, без съемок все расставлю. Давайте, мы еще не ходили исследовать мир, давайте исследуем мир. Этот замок мы будем брать на абордаж. Так, давайте вот сюда мы сходим, посмотрим, что у нас здесь есть. Воу, у нас здесь много чего есть. Так, пошел вон отсюда. Вот, все, иди, красавчик, мужик. И, тут эти какие-то фишки непонятные. Так. Что это такое? И как-то, как тебя называть-то? Давайте закроем это все дело.
Тут сундуки у нас с всякими ресурсами. У меня места уже нету. В принципе, можно забрать просто сундук один. Обыдыщ, и все. Так, давайте выложим кожу, выложим гравий, это выложим, это и вот это. И заберем наши блоки и так далее. Что это такое вообще было? За мобы или что это вообще, я не знаю. Давайте вниз спустимся. У меня есть, в принципе, довольно-таки неплохой меч. Зачаренный очень хорошо. Так, значит, давайте пройдемся по нашим данжам. Воу! Умрите. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что это такое? Что это такое, собственно говоря? Давайте снимем этот спавнер. Да, можно спавнеры снимать, отличненько. Так, будем их коллекционировать. Ну, это мне не нужно, мне этого просто хоть жопа ешь. Так, возьмем самого себя. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, отлично. Воу, опять эти демоны мелкие. Ну, вот этот спавнер еще можно, в принципе, забрать. Вот так, и берем... Я забрал его? Нет, я его, по-моему, не забрал. Ну ладно, неважно. Давайте дальше пройдем. Так, умри. Да вообще, что это такое? А ну. Мне не видно. Блин, мелким шрифтом все написано, мне не очень видно. Так, умри, умри. Умри, подонок. И вот еще какая-то фигня. Умрите. Они бухают. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, ребятки. Я просто хочу вас забрать все с ваши сундуки. А, вау, лол, прикольно. Так, забираем этот сундук. Ха-ха, капец, они даже мне ничего не сделали. Так, ладно, окей. Надо здесь зачистить весь этот данж. Так, умри. Отлично, спасибо. И ты умри. И тебе спасибо. Так, спускаемся вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зоотавр. Умри, зоотавр. Да сколько вас там? Ёшкин кот, Карымбабай. Вы посмотрите на это. Их там просто туева куча. Этих зоотавров. Я в шоке. Так. Ну и сундуки я заберу потом. Все, которые... А! Синдеры! Лишь из огня появляются. Блин, а у меня лука даже нету. Умри. И ты умри. Они изи, по-моему. Если я не ошибаюсь. Воу-в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 оу. Где хилки? Хилки. А, блин, хилок нету. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Синдер. Плохой Синдер. Плохой Синдер. Во, есть, отлично. Мы всех поубивали, мы молодцы. Такс. Ну, вообще шикарно. О, зато заодно мы сможем выложить наши все вещи, которые у нас здесь есть. Давайте скрафтим сундук. Двойной. Вот такой вот. Пока что выкинем бородавки. Где-нибудь его вот тут поставим. Все это дело мы выложим. Оно нам не нужно, в принципе... Пока что мы это все потом я без съемок рассортирую. Я ж не какой-то там изверг, чтобы это все фасовать на съемку. Так, где я там умер, я уже не помню. Так, где я там умер? Где-то вот тут я помню. Было это здание. Вот, кстати, еще одна деревня. Я ее потом облутаю. Блин, а где это где? А, вот, все, я нашел. По-моему. Да нет, не нашел. Лол. А где я умер-то? Лол. Ладно. Наверное, в самом низу нужно искать. Да, в самом низу, вот он. Вот она, моя точка смерти. Так, умрите. Вы мне не нужны, я не хочу с вами дружить. Блин, я иду. О, тортик. Отлично. Просто шикарно. Ну, тут вещи не очень хорошие. Так, вот ваш спавнер я заберу, наверное.
Умри. О, меч заберу. Все, вся бронька мне понадобится. Давайте сейчас сразу оболтаем сундуки все. Ну, заберем все, что было у нас наверху. Так, а ну, обычно в картинах у них есть проходы. Нету вот тут прохода, да? Значит, мы отправляемся наверх, забираем все вещи, которые у нас здесь есть. Так, забираем, забираем. Заберем еще, наверное, наковальню. Наковальню нельзя, да? Ну ладно, я тогда ее так заберу. Что еще можем тут забрать? Блин, тут синдеры, твари. Хотя нет, все нормально прошли. Так, живем. Значит, так, что у нас здесь есть еще? Вот еще сундук я не заметил. Забираем его. Вот хороший дарткрафтовский ключик. Вообще мод шикарный, дарткрафт. Поэтому, так, ну это мне не нужно, этого у меня... Хотя нет, хилки я все-таки заберу. Healing Potion. Так, значит, отправляемся в самый-самый низ, в самый-самый ад этого всего местечка. Ну, я смогу забрать? Да, смог. О, забираем это все дело. Так, сейчас мы быстренько пройдемся по сундукам. Здесь у меня пусто. Что у нас здесь? Ух ты, там какая-то ледяная херня. А ну, давайте ее убьем. Так, я сейчас ей установлюсь. Мне не надо, я не хочу. Оу! Вас тут, ребятки, как много-то! Ай! Ай-яй-яй, я замедлен, я замедлен. Не-не-не, я не хочу с вами дружить. Ой, я, по-моему, сюда упал. Да. Лол, подождите. Что? Что за фигня? А! А, о, все, окей. Вот это вот фигня. Тут босс был даже, нифига себе. Это, короче, ледяные пауки, походу, да, я так понял? Сейчас мы разберемся с этими ледяными хренями. Так, забираем. Спавнеры пригодятся. Так, я забрал спавнер? Вроде как забрал. Забираем сундуки. Оу! Лол-лол-лол-лол-лол! Ну! Умри, все. Вроде бы все, в принципе. Мы облутали. Ух, ваш сколько тут-то. Мы облутали все здание, весь данж. Так, мне опять сообщение пришло. Извините, ребят. Вроде бы все, все облутали, все шикарно. Я думаю, на этом мы. А ну давайте вот в этот данж отправимся. Мне интересно просто. Что мы здесь можем найти? Ну, в принципе. Не, мне это не нужно. Мне кит-старт, в принципе, уже не нужен. У меня вещи просто шикарные. Я думаю, на этом мы закончим данную серию. Следующая серия, я думаю, будет посвящена нашему новому дому. Мы будем его обустраивать именно уже электрикой, всей этой бадьей. Я думаю, следующая серия будет именно этому и посвящена. В общем, я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер. Всем удачи, всем пока.